Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Дача Супер. Сегодня предлагаю вашему вниманию очень простое блюдо. Кабачковая икра, запеченная в рукаве. Но у меня не просто кабачковая, у меня кабачково-баклажанная. Все просто, овощи запекаются, затем измельчаются. Но если их не измельчать, а оставить в таком виде, как они запеклись, у нас будет очень вкусное, ароматное и полезное овощное рагу. Для приготовления этого летнего блюда можно использовать любые овощи, которые есть у нас на огороде или в магазине. У меня кабачки, патиссоны, что в общем-то одно и то же, парочка морковок, баклажаны, у меня 4 штуки, ну примерно одинаковое количество баклажанов и кабачков, помидоры 4-5 штук, 4-5 болгарских перцев, луковичка, ну у меня одна, можно взять и больше, это по желанию и по вкусу. Чеснок, несколько зубчиков, соль, сахар, растительное масло, ну, для вкуса, понятно, для того, чтобы довести по вкусу. И немножко у меня спаржевой фасоли, но я ее буду готовить отдельно, я ее отварю, а потом уже добавлю после того, как блюдо будет готово. Все овощи нужно нарезать. Но так как я готовлю два блюда, поэтому я буду нарезать ну так, как нарезают для лечо, либо для рататуэ, либо для рагу. Ну, то есть такими кусочками, как для вот таких блюд. Если готовить просто икру, баклажанную, кабачковую или смесь, как у меня, да, то можно нарезать и крупнее. Поэтому я нарезаю вот так, такими вот кусочками. Кабачок немножко староват, ничего. Таким образом нарезаю все овощи. Морковку можно натереть на терке, но я буду ее нарезать. Если это, опять же, повторюсь, там, допустим, будет овощное рагу, не измельчать его, тогда морковку можно просто колечками нарезать. Что касается морковки, ее, в принципе, даже можно не чистить. Если посмотреть, как готовят повара итальянские, либо английские, они морковь не чистят, они просто ее моют. Но у нас принято чистить морковь. Я ее немножко почищу и нарежу кубиками. Не знаю, почему морковь мы чистим, а они нет. Морковь такая сочная. Свежая. Нарезаю ее кубиками. Это самый твердый овощ из тех, что у меня здесь. Поэтому она, ну, как нарезать ее, так она и сохранится в блюде в таком виде. Если не любите морковь крупно, тогда можно натереть на крупной терке. Ну, я нарежу. Все остальные овощи тоже нарезаю кубиками. Помидоры. Вместо помидоров можно добавить томатную пасту, либо кетчуп. Но тогда нужно следить за тем, сколько добавлять соли. Потому что если кетчуп, то он уже соленый. Перец тоже. Примерно такими же кусочками. Ну, в общем, как все как обычно. Как мы готовим любое овощное блюдо. В рагу обычно крупно режут все овощи, чтобы они сохранили свою консистенцию. Чтобы они остались целыми. Если их измельчить очень сильно, то и будет каша-каша. Но если, опять же, готовить именно икру, то можно либо мелко, либо наоборот крупно. Потом все равно это будет измельчаться. Перец. Баклажан. Баклажаны молодые у меня. Поэтому я их не замачивать, не чистить
не буду, я прям так, чтобы они тоже сохранили свою консистенцию. Ну, так же, как кабачок, такой же примерно, такого же размера кусочки, кубики. У меня большая емкость, но овощи, у них очень много воды, поэтому из этого количества потом в результате будет намного меньше. В блюде будет этого намного меньше. Еще лучок. Порежу его мелким кубиком. Количество овощей, естественно, на свой вкус. Можно сюда и брокколи добавить, и обычную белокочанную капусту. Ну, как в любом рагу. Чеснок. Ну, здесь у меня, конечно, много. Дело вкуса. Но я буквально на 5-6 зубчиков. Чаю. Еще можно добавить зелень. Ну, я, наверное, потом уже добавлю. У меня есть укроп. Я добавлю уже, когда овощи приготовятся. Так, 5-6 зубчиков чеснока на вот такое большое количество овощей. В принципе, можно и больше. Дело вкуса. У меня килограмм баклажанов был. Ну, пусть столько же кабачков килограмм. Полкило помидоров. Перца болгарского 4 штучки, это грамм 300, одна луковица. Ну, в общем, вот такое количество овощей. Посмотрим, сколько из этого получится в результате. Какой будет объем. Ну, все, наверное, хватит. 6 зубчиков достаточно. В общем-то, все. Мы приготовили, теперь уже дело духовки. Дальше будет работать духовка. В принципе, можно это все выложить в форму для запекания, накрыть фольгой или какую-то форму взять с крышкой и отправить в духовку. Но надо поставить памятник человеку, который придумал рукав для запекания. У меня есть рукав для запекания. Я его завязываю с одной стороны и складываю овощи в этот рукав. Ну, бывают ленточки, бывают специальные такие зажимы, по-разному. Вот. Завязываю. Ну, я взяла форму для запекания, но можно взять и противень. Теперь я складываю овощи в рукав и добавляю немножко соли. В принципе, у меня еще есть сахар, можно добавить чуть-чуть сахара. Прям руками, либо можно взять какой-то половник или чем, щипцами. Как угодно. Можно, кстати, было прямо нарезать рукав, чтобы не перекладывать и не пачкать посуду. В данном случае миску. Так, выкладываю. Немножко солю. И выкладываю дальше. Все, что я нарезала. Ну, соль, естественно, по вкусу. Перец тоже. Перец я не взяла сейчас. Ну, в принципе, потом можно вкус довести, уже когда это все будет готово. Получилось у меня очень много овощей. В общем, вот так. Но они, конечно, в объеме уменьшатся, ну, раза в два так точно. Еще мне сюда нужно добавить немножко растительного масла. Ну, буквально пару ложек. Потом, когда это все будет готово, в принципе, можно добавить больше. Буквально там 2-3 ложки растительного масла. Так, у меня тут в бутылке было немножко. Все, завязываю рукав этот с другой стороны. Если на этом рукаве нет перфорации, то лучше... Вот у меня как раз все поместилось. Лучше сделать дырочки. Делаю маленькие дырочки ножом, так, чтобы выходил воздух. Вот так. Все. Нормально. А то он будет так надуваться и гореть.
Все. Отправляю в духовку. Где-то на полчаса, может, минут на 40. Все зависит от объема блюда, от духовки, от разных факторов. Ну, 180 градусов, горячая духовка. И жду, когда овощи приготовятся. Готово мое овощное рагу. Где-то минут 40-50, наверное, провела в духовке. Но тут у меня очень большой объем. Разрезаю пакет. В принципе, его вот так вот уже можно раскладывать по тарелкам. Сейчас идет пар. Замечательно все стушилось. Даже немножко так поджарилось. Запеклось. Не могу разрезать. О, все. Вот такое натуральное, вкусное. Все овощи запеклись, приготовились. Чудесно. Теперь я это выкладываю в тарелку. Это блюдо номер один, которое называется овощное рагу. Да, вот так оно и выглядит. Вот, натуральное. Очень много сока. Замечательно как само по себе, так как и дополнительный гарнир к мясу, курице, к рыбе, к чему угодно. Выкладываю в тарелку из этого пакета. Можно прям пакет поднять и выложить. Но я так ложечкой. Запах фантастический. Просто. Можно добавить сюда, кстати, остренького чего-нибудь, например, перец чили, кто любит. Можно его теперь как рагу, да, положить на тарелку и уже есть. Но я хочу сделать еще и икру. Кабачково-баклажанная у меня будет. Для этого я перекладываю в другую емкость. Кстати, как вариант, если надоело рагу, уже все наелись, можно сделать такую икру. Сейчас у меня будет два блюда, два в одном. Так, готово. Теперь беру погружной блендер и просто измельчаю. Вот так выглядит баклажано-кабачковая икра. Цвет, потому что тут мало томата, поэтому такой цвет. Но на вкус очень-очень вкусно. Овощное рагу готово. Но я сюда еще хочу добавить спаржевую фасоль, которую я отварила отдельно, ну, для того, чтобы добавить вкуса. Ну и, соответственно, и яркости. Ну вот и все. Два замечательных овощных полезных блюда готовы. Так. Приятного аппетита, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.